Всем, кто сейчас слушает программу «Такси на Дубровку», сегодня среда, и сейчас прямо серединка рабочего дня. Это значит, что у нас с вами есть возможность, ну, во-первых, пожелать друг другу приятного аппетита. Нам тоже можно его пожелать, мы его будем нагуливать. Ну и, конечно, хорошего настроения всем-всем, кто с нами в пути. Ну, а мы, пожалуй, начнем. Мы это Марк Лепфер. Зоя Субботина, и поверьте, что сегодня, в этот замечательный день, знаете, по средам у нас бывают гости, по средам у нас бывают события, по средам у нас бывает... Вообще рабочее настроение. Абсолютно. И хотим тоже еще раз подчеркнуть, есть в жизни важные сообщения. Это не пропустите, пожалуйста. Друзья мои, помните, что сегодня исторически низкий процент на получение моргича.
добавлю одно слово, пока торопитесь. Если вы решили купить дом, квартиру, вам нужен кредит, или пришло время перефинансировать вашу недвижимость на лучших условиях и немного сэкономить деньги, рекомендуем. Звоните Сергею Радову 800-353-5114 и получите, внимание, бесплатную консультацию. Сергей Радов, президент компании Tri-State Mortgage, он обязательно вам поможет, ведь он лицензированный моргидж-брокер в таких штатах, как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Флорида. Он освободит вас от излишнего стресса и беспокойства. При получении моргиджа с ним вы получите самый лучший процент с минимальными расходами, да и в минимальные сроки. Сергей Радов помогает получить моргидж с проверкой и без проверки дохода для покупающих впервые и инвесторов для граждан и неграждан США. По любым вопросам финансирования любых типов недвижимости в Нью-Йорке, Флориде, Нью-Джерси, Пенсильвании обращайтесь к Сергею Радову 800-353-5114. Консультация бесплатная, НМЛС 173-111. Есть еще важное сообщение и тоже объявление для людей пожилого возраста. Мы знаем с вами, что пожилым людям и инвалидам тяжелее всего одолевать бюрократию, которая сегодня существует. Ну, им нужно получить достойный уход на дому. Ольга Стоянова бесплатно поможет заполнить документы для получения помощи, зарегистрироваться и воспользоваться специальной waiver program для людей, кто, если вы живете, например, в Филадельфии, в Бакс, Монтгомери, Честер, Делавэр, звоните ей, Ольге Стояновой, 267-269-75-98. Она поможет вам оформить документы для получения специальной программы помощи пожилым людям и инвалидам. 267-269-75-98. Запишите этот телефон 267-269-75-98. Еще одно объявление. Господа, адвокатский офис Stark Law организует всех клиентов, коллег, друзей, которые хотят и могут помочь жителям Украины в это непростое время. Во избежание присвоения средств, Илона Штарк сама будет закупать лекарства, лично контролируя доставку грузов на Украину. В этой связи она принимает пожертвования на адвокатский эскроу-счет Stark Law PC в Chase Bank. Илона Штарк и Stark Law PC благодарны за любую денежную помощь, которую вы можете оказать. Будет предоставлен отчет по каждому потраченному доллару вместе с подтверждающей документацией. Чтобы послать пожертвование, отправьте текст-месседж на телефон 917-267-7777. 917-267-7777. Спасибо. А мы отправляемся с вами в наше музыкальное путешествие. Сегодня у нас есть одна такая, знаете, небольшая французская тема. Начали с нее, давайте немножечко продолжим. И никуда не переключайтесь, у нас будет гость. Будет много интересного. Dignified. He showed me what it was to cry.
начальник уходит на пенсию, а в пятницу твоего брата выписывают из больницы, и хотелось бы сделать для него что-нибудь приятное. Ты уже придумал, кому что дарить? Давно придумал. Уже зашел на сайт edibleArrangements.com и выбираю для всех идеальные съедобные композиции. Вкусные съедобные подарочные букеты и композиции от Edible Arrangements. Оригинальный подарок на все случаи жизни.